Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас Китака. Давно я не снимал уже видос из Китайки. Битва гильдий, архидемон и очередное халява на Китайке. Ну вот это халява за 300 самов, как всегда. Вы можете получить потом в итоге 3000, обменяв карточки по квестику. Ну, самое основное, еще вот такая вот халява. Вообще плюс 300, я считаю, это вообще отлично. Ну, на русском сервере, к сожалению, этого нет, как обычно нас кидают. На английском тоже такого нет. Это отличие от китайки, что здесь регулярно такие акции. То есть, по сути, мне за раз дали, блин, как за месяц. Так, поехали быстренько посмотрим, что там у нас по битве гильдии и побежим дальше. 580, 575. 593, 600. Ну, я думаю, тут быстрая битва гильдии будет. Не, одетые все. Да, уже поодевались. Ну и хорошо. Будет интереснее проходить. Так, окей. Поехали, ставим состав. Ну, я думаю, сейчас быстренько, так, чтобы быстренько все попроходить. Лазуля. Собрали. Дальше. Ворожея. Вместо ворожея сейчас Ронина вцепим. Если, конечно же, опять его найдем. Так, Ронин есть. Вместо Фрэнки. Дерево для реса. Все, никак не докачаю здесь героев. Так, цеп. Седнушку можно, в принципе, убрать. Поставим сюда Фрейю. Вот и все, вот и весь наш состав. И космо будет. Так, отлично. Поехали. Посмотрим, сможем ли мы быстренько фастом багажку пройти. Так, Космо вижу. Анубис заряженный и Фрея. Отлично. Ну, будем Ронином бегать отсюда. Один процент всего лишь набили. Жестко, жестко. В принципе. Кстати, вот смотрите, как Ронин. Ну, смотритель тут, по сути, не Ронин, тут смотритель выносит больше. Ну, нормально, в принципе. Нам этого вполне хватает. Можно даже, кстати, вот так вот выпустить тут Фрею, чтобы по Фрее Космо бил и не трогал. Не знаю, долго ли там у нас Фрейя продержится. Она недолго у нас продержится, конечно. Но я скажу, урона, смотрите, не особо много урона не наносит. 2 минуты, мы только 6% вынесли. Маловато, маловато урона. Не добивает. Странно. Минута 35. А, все, космо уже нет. Ну как-то печально. Как думаете, успеем? Я думаю, да. Можно отсюда еще лазулю запустить. Так, ну чё, нашего огника ушатали. Остался у нас один Ронин. Смотрите, как Ронин. А чё-то так мало Ронин бьет. По 25 тысяч всего.
Очень странно. 40 секунд, окей. Запускаем весь наш движ. Может и сольемся, кто его знает. Шанс слива, как обычно, минимальный. Но самое главное, чтобы у меня огника не ушатали. 20 секунд, ребят. На минималке вообще. 14. Огник тащи, 9 секунд. Последнее здание. Это трэш. Это трэш был. Интересно, очень интересно, почему такой маленький урон. Что-то я, или я что-то не понимаю. Но раньше, по-моему, це больше сносил здание. Точнее, Феникс. Тут вообще по 20 тысяч. Как-то странно. Так, окей. Поехали дальше. Так, все хреснули. Вроде все хреснули. Аж интересно стало проходить битву гильдии на таком надрыве. Так, тут тоже самая система, походу. Тут можно попроще все сделать. Запустить вот так вот лазулю. Первым. Посмотрите, какой урон маленький. Аж странно. Уже 59%, это уже получше. Опасно, опять же. Ничего себе. Нравятся мне такие битвы гильдий. Ребята, нравится, нравится. Ну, в принципе, мы тут тоже должны добить 91%. Но опять же опасно. Мало очень сносят. Может, все-таки... Хотя, в принципе... Все равно раньше получше били. Как-то огник все равно шатает. Ну, смотритель сам по себе еще тащит. 94%, ничего себе. На надрыве. Так, отлично. Поехали дальше. Как видите, Ронька уже не особо так тащит, как раньше он тащил. Так, все, все хреснули. Поехали, следующего проходим. Та-та-та. Так, тут все кучно стоят. Сейчас попробуем забежать. Тут можно больше выбить намного. Да, это немножко раста не та. Посмотрите, тут залетел этот в центр просто. Как это он под скиллом полетел? Что за магия была? Я что-то не понял. 98%, два героя просто тупо. Да, тут можно даже так выпустить. Как-то странно. Ну, то есть, видите, против такой расты вообще париться даже не надо. Крестообразная раста самая легкая с того, что мы увидели. Так. Так, ну что, пробуем тут так. Отсюда. Ага, лазуля. Все равно летит, ему пофиг. Посмотрите на это все. Так, отсюда этого запускаем. 55%. Ну и можно еще фрейку подпустить.
Так, остался у нас Ронин. Вся надежда на Космо. Конечно, Космо сейчас сольют. Смотрите на Ронина. 93%. Конечно, опасно. Сейчас дерево могут просто тупо ушатать. Но я думаю, Огник справится. Ну, как видите, не так уж и легко стало. Как-то странно. Что-то мне... То ли я давно битву гильдии не проходил. Не знаю. Поинтересней стало однозначно. Так. Ну и у нас тут герои не вкачанные, в принципе, в потолок. Но все равно максимальные. Так, окей. Может, тут у нас просто противники с 30-ми прорывами. Мы как нубы. Ну, я по зданиям смотрю, тяжеловато идет. О, тут вообще отлично. Тут просто Ронина отсюда засылаешь со стороны Розы. Не паришься. Посмотрите, как сейчас Смотритель будет сносить. Да маловато, маловато урона наносит. Странно. Каких-то 25 тысяч, не особо и много, я вам скажу. Очень странно. Ладно, давайте залетим. Ну, включись. О, наконец-то включился Лазуля. Ничего себе. Это прям шанс на слив. Давайте со стороны Розы забежим. Вот так запустим. Отсюда запустим Космо. Да нет, тут походу без слива мы должны пройти. Ну, в общем, интересно. Не знаю. Мне стало намного интереснее проходить. Так, Огник, давай добивай уже. Итого 7097. В принципе, наш новый рекорд на китайке. Чем можете меня поздравить? Пишите комменты, лайки, репостики. Такая вот битва гильдии на надрыве. В принципе, интересно. Мне понравилось. Всем удачи. Всем пока.